Существует очень много неверных представлений об успехе. Даже само слово «успех» почти никто не понимает. Я имею в виду, если вы спросите большинство людей, что такое успех, они, вероятно, скажут вам что-то, что связано с достижением определенного уровня денег или материального богатства, дом, машина, деньги, безопасность. Многие не знают, что сказать. Но что такое успех на самом деле? Успех – это нечто иное, как достижение ваших целей. Ваших целей, а не чьих-то еще. Причина, по которой большинство людей не достигает успеха, заключается не в том, что они не способны, а в том, что большинство никогда не определяет, что такое успех именно для них. Другими словами, большинство не ставит перед собой никаких целей. Многие из них терпят неудачу, потому что их цели движимы жадностью. Цели, движимые деньгами, материальные цели. Большинство из них не имеют никакого намерения узнать, какова их цель в жизни. Большинство из них не верит и не знает, что успех приходит от того, что вы живете своей целью. Дело не в том, чтобы получить деньги. Это достижение ощущения завершенности. Те, кто действительно успешен, это люди, которые живут тем, чем они увлечены. Их работа освящена их страстью. Им даже не нужен отпуск вдали от работы, потому что их работа – это их страсть. Еще один простой способ добиться успеха – это благодарность. Те, кто искренне благодарен за все, что у них есть, независимо от финансового положения, по умолчанию успешны. Только вы определяете, что такое успех для вас. И когда вы действительно благодарны каждый день за то, что у вас есть, все остальное, что приходит в вашу жизнь, является бонусом. Почти каждый по-настоящему великий человек на этой планете учит важности благодарности. Спросите себя – почему эти лидеры, эти суперуспешные люди, эти великие люди учат в первую очередь благодарности? Это потому, что когда вы по-настоящему благодарны, вы действительно успешны. Многие считают, что если они будут слишком довольны своей ситуацией, то потеряют свой драйв. Но все как раз наоборот. Когда вы благодарны, вы наполнены позитивной энергией, которая сделает достижение ваших целей намного проще. Вы все еще можете стремиться к большему. Вы все еще можете достигать большего. Просто сначала поблагодарите за то, что у вас уже есть. Благодарность – верный способ привнести больше в свою жизнь. Ты дышишь, будь благодарен за это. У тебя есть глаза, руки, ноги. Ты можешь видеть этот свет. Ты можешь слышать звуки природы, человеческие голоса. Ощущать дуновение ветра. Благодари за все, что тебя окружает. Не сосредотачивайся на том, чего тебе не хватает. Благодари за то, что у тебя уже есть.